Послушайте, я много служений исцеления уже видел и проводил. И я Господа спрашивал как-то: Боже, ну почему некоторые люди так долго идут к исцелению? Вот, что-то неправильное с нами или что? Это нормально, ненормально? И Господь дал мне огромное желание исследовать пробуждение исцеления, которое было в Америке, если помните, голос исцеления, было такое пробуждение, где генералы Божьи служили. И я их пересматривал часами, их служение, и смотрел, что там происходит. И люди, которые выходили, давали свидетельства, очень много людей говорили примерно одно и то же. 3 года я сражалась, я искала, и потом я пришла на служение, и я получила сегодня. Кто-то выходит, там, 10 лет я не могла получить исцеление, я ждала, я молила, ну вот сегодня я получила. И вот что я понял, забудьте сейчас о цифрах. Я вот что понял, что это все равно не подвластно нам. Оно просто происходит, какие-то моменты. Потому каждое служение мы молимся, потому что это может быть ваш день. Потому что люди не знают, когда они получат. Вот смысл. Они не знают. Они предполагают, они думают, они ожидают. Они все делают, но они не знают. Это будет сейчас или завтра, или на следующем служении. Поэтому лучшее, что можно сделать, это постоянно принимать, пока ты не засвидетельствуешь все. Вот мы документы, вот доказательства. Это произошло.